Погода в Саранске продолжает радовать. Кто там жаловался на невыносимую жару, торжествуйте и получите порцию освежающих осадков. Летний дождь начался сегодня рано. Светотехстрой затопило основательно, вещают на просторах социальных сетей горожане. Ураган этот район пережил, можно и наводнением на прочность проверить. Давно ли вы не совершали заплыв на легковушке? Вот она, прекрасная возможность. А если и такая погода для вас недостаточно освежающая, то дорога вам в славный город Норильск. Там сегодня тоже есть чему удивиться. Вот и в Норильске июль месяц, 20 число, 18 год. Если вы вдруг подумали, что для этого северного города снег в июле норма, то спешим вас разочаровать. Не норма. У них там тоже вроде как лето. Вот такое. Странное лето. Но вернемся в родной Саранск. Кроме странностей природных, показываем вам и странности дорожные. Едет себе человек, наверное, торопится. Поэтому и решает выбрать левую полосу движения. Толпа какая. Действительно, зачем к толпе присоединяться, когда целая полоса пустует? Но посмотрим внимательно. Вот тут знак. Вот тут для тех, кто не любит по верхам смотреть, на асфальте стрелочку нарисовали. А вдруг повернет? Но нет. Как ни в чем не бывало, водитель едет против предписанных правил. Но, видимо, пассажирка авто чувствовала что-то неладное. А ничего, видео заканчивается, но и без того ясно, доблестные сотрудники не по душу реального нарушителя взяли в руки жезл. А это видео из разряда «очевидное и невероятное». Нашли взрослые мужчины кегу. Порадовались, на донышке есть. Вскрытие должно показать, что именно. И ведь промелькнула же светлая мысль в затуманенных головах. Но жажда победила, и вооружившись ножом, друзья решают вскрыть тару. Главное, никто не пострадал, хотя и попробовать содержимое тоже не удалось. А куда она улетела туда? А вообще, если чего-то очень хочется, то пойдешь на все что угодно, как эти котики. Такой изящный побег получился. А если чего-то не хочется или кто-то донимает, то и мышь вполне себе кот. Ничего не напоминает? И вы не сдавайтесь, делитесь всем, что кажется вам интересным. И до встречи на интернет-просторах.